We are.
Gracias. Как приятно. Спасибо за ваш теплый прием. Как настроение? От всей души хочется поблагодарить всех тех, кто пришел на мой первый концерт в Екатеринбурге. Спасибо вам. Я невероятное счастье посвятить всех и вдвойне приятнее от того, что сегодня у нас аншлаг. Спасибо огромное. Любим тебя! Да! Тебя любим! Ветра,
Спасибо огромное. Спасибо. Gracias.
Спасибо огромное. Дорогие друзья. Сибиряки любят тебя. Спасибо, я вас тоже люблю. Перед тем, как спеть следующую песню, хочу вкратце рассказать о ней. Дело было 3 года назад. Пригласили поучаствовать в проекте в Китае «Fine Singer». И вот эту же песню я спел на первом туре. Наверное, все догадались, наверное. Да? Я просто к тому, что некоторые, наверное, не знают. Знаем! Все знаете? Да! Ладно, сейчас я подготовлюсь чуть-чуть. Готовься! Ждем! Казахи никогда не торопятся. Да, они никуда не опаздывают. Никуда не опаздывают.
从此走过。
Спасибо огромное. Спасибо. Теперь вот здесь, вот прямо здесь можно показывать свои голоса. Да, еще. А еще больше. Спасибо вам вообще. Вы сами хорошо поете. Я вообще всегда перед концертом говорю, что мы должны максимально доверять друг другу. Я вам тоже доверяю. И я себя очень хорошо ощущаю, выступая перед вами, потому что вы сейчас принимаете меня как большого артиста. И спасибо вам за это, ваша мать.
Спасибо, Господи. Где ты? В середине песни я вообще потерял ушные мониторы. А, как вы, ребята? Следующую песню сочинил мой любимый композитор. Очень талантливый композитор из Швейцарии. Шучу. Вот он вышел. Здравствуйте, Игорь Ильич. Го. Следующая песня. Мадемуазель Хайт. I'm not the type of guy who's too
Следующую песню уже сочинил. Я поэтому не особо крутая. Песня называется «Я люблю тебя слез». Шучу. «Война и мир». Песня на китайском языке. Специально для вас, дорогие и кутили полицы.
случилось. Гибас! 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 Спасибо большое. Я сам вас вам немного неудобно, что я на сцене там чуть перестану. Да, пей на здоровье. Попей, попей. Следующую песню. Мы должны спеть песню. Вы готовы? Да. Yeah.
Спасибо большое. Вы вообще прям невероятные. Спасибо огромное. Я свою жизнь хочу еще раз вас поблагодарить за то, что принимаете, за то, что дарите аплодисменты. Мы тебя любим! Спасибо. И вы знаете, что Казахстан очень любит Россию, так же, как я надеюсь, что Россия очень любит Казахстан. Мы все сегодня поспособствовали тому, чтобы хорошо прошел концерт одного простого казахского парня, который сейчас для вас играет на добре. Курмангазныкия Адай. Вижу, вы сейчас все-таки особенно уважаемся. Thank you.
Я об этом дне очень сильно мечтал. Я мечтал о том, чтобы вот с этой песней... Я со своим дядей, с лучшим другом моего отца, делали аранжировку на одну песню, которую я сейчас с удовольствием исполняю на всех концертах и в Казахстане, и в Азии, и в Европе, в Америке. И я об этом не очень сильно мечтал. Я мечтал о том, чтобы вот с этой песней меня узнавали, чтобы эту песню на моих концертах не в Казахстане только люди подпевали. Спасибо вам. Вы со мной. И эта песня называется «Дайте да». Мы теперь должны хоть какой-то кусочек вместе спеть. Постараемся? Точно? Спасибо вам за ваше гостеприимство. Спасибо.
Следующая песня тоже на китайском языке. Называется она «Restart My Love». Мы сочинили эту песню для одного китайского сериала. Буду петь ее для вас под ваши аплодисменты. Сейчас
Спасибо огромное. Как настроение? Спасибо огромное. Теперь следующая песня на более понятном языке, на казахском. Песня называется «Let it be». Это английское название. И в этой песне я хочу поближе подойти к вам, если можно. Можно?
Спасибо большое. Сегодня для меня особый день, потому что в этот день так получилось, что я впервые со сцены могу поздравить своих братьев, своих братишек, наших дедов с праздником 25-летия. Желаю вам всего самого лучшего. Не забываем о тебе. Припев. Да, припев. Вы должны вместе быть. Ты согласна? Да. Какое? Thank you.
огромное. Димаш! Димаш! Спасибо большое. Спасибо тебе! Теперь вы все прекрасно понимаете, да, что без этой песни не обходится ни один мой концерт, не только в России. Ты просто везде. Тебе не пел. Thank you.
Спасибо большое. Вот это счастье. Спасибо вам за то, что делаете. Спасибо за настоящее. Спасибо вам за желание. За ваше наследство. Я вас очень люблю. Спасибо вам. Дорогие друзья, от всей души хочу вас пригласить в Казахстан. Приезжайте к нам в гости, мы будем вас с нетерпением ждать. На сегодня очень счастлив, потому что у меня сейчас есть возможность сказать, что я горжусь с вами, братьями, россиянами, за то, что мы дружим. Казахстан, наша семья, спасибо за гость. Спасибо, брат. Остается только последняя песня, поэтому те, которые не устали, надо будет все. Сломать землю. Вы готовы? Thank you.
Максим. Паша, так хорошо. Клавиши. Клавиши. Быстро. Вячеслав! Круто!
председатель, мой покровитель. Thank you.
Спасибо.